Упражнения были абсолютно разными. На первый день у нас был направлен на то, чтобы мы учились контролировать лошадь во время прохождения маршрута. Это работа в дистанциях, прохождение поворотов, контроль над лошадью. Второй день он был такой своеобразный, чековый, как небольшой экзамен. Мы поставили маршрут и постарались посмотреть все, что у нас получается или не получается. Всадники могли пройти несколько раз маршрут, проанализировать свое предыдущее прохождение, постараться исправить ошибки и показать более хороший результат, более правильное прохождение маршрута. Тем всадникам, которые не принимали участие в сборах, я посоветовал при любой бы возможности со мной, с другими тренерами, с представителями иностранных государств, с более опытными всадниками, да вообще любой случай, если есть возможность потренироваться, обязательно этим воспользоваться.